Привет, мои дорогие друзья. Ну вот, наконец-то получил банкноту 100 евро в обменнике. Она немножко из обращения, но уголки у нее, в принципе, вроде бы целые. Да, уголки целые. Это очень хороший знак. Такую банкноту можно даже и в коллекцию оставлять. Вот отличие между старой банкнотой и новой. Хотел вам показать, мало ли, может, кто не видел. Подпись, кстати, одинаковая. Даже странно, уже бы кого-то другого там сменили бы. Подписанта. Вот такое отличие. Мост интересный. Мост покрасивее сделали. Мост более реалистичный. Здесь мост какой-то странный. А здесь вот, ну, более не менее симпатичный банкнота. Бледное такое вот состояние на этой банкноте очень как-то стрёмно выглядит, ну, не так красиво. А, номера интересные. Вот здесь короткий номер, здесь длинный номер. А здесь номера одинаковые, большие. А здесь тупо один номер и один номер здесь. Вот какая-то вот необычная история с номерами. Тоже надо будет поразбираться, понять, что они имели в виду. Почему здесь номер такой, здесь номер такой. Может, это какая-то бесценная банкнота мне попалась. Вот она так закручивается, видимо, была в котлете какой-то. Так, сейчас мы быстренько посмотрим водяные знаки, да. Блин, она такая блеклая, что даже сразу не заметил, с какой стороны что там. Где, так сказать, аверс и реверс банкноты. Значит, так, водяные знаки. Вот только получается вот это здание здесь, триумфальная арка. И здесь, а здесь уже триумфальная арка совместно с такой какой-то иконой. Ну а также прозрачная вот эта вот иконка. Вот так мы ее сейчас попробуем показать. Вот она прозрачная. Так, ну и самое главное теперь это ультрафиолет. Есть ли отличие и какое? Вот и ультрафиолет наш любимый. Отличие, в принципе, существенное. Здесь звездочки, здесь звездочки красные, здесь они желтенькие частично. Здесь волосики, здесь тоже волосики и очень много маленьких каких-то звездочек. Полоса не светится, полоса не светится. Переворачиваем. Здесь вот такая вот желтая закорлюка. С этой стороны, я так понимаю, ага, видео сложно передает, блекло-желтый мост совместно с картой, вот это все, оно такое бледно-желтое и сотка. А здесь у нас полоса светится оранжевая и желтый такой вот непонятный полукруг такой необычный. Ну а также номер светится, здесь номер не светится, здесь номер красного цвета. Ну или ближе к оранжевому. Вот такое отличие. В общем, приобретайте себе сотки, двухсотки, пятисотки. Пятисотки нет, не надо, оговорился. Полтинники. Пятисотки не надо покупать. Ну, скажем так, мне нового образца банкнота намного больше нравится. Она более такая, ну вот какая-то вот какой-то древностью пахнет, я бы сказал. Это сильно простенькая банкнота. Да и по защите, и по рисунку она очень блеклая такая, как будто выстиранная банкнота, вот такое ощущение. А здесь приятно уже, реально, денежка очень красиво смотрится. 2019 год. Круто. Подписывайтесь на канал, будем еще делать очень много интересных обзоров, просто физически ни хрена не хватает времени. Я сейчас кое-чем там занят, кое-что надо купить. Еле выбрал, потом как-нибудь расскажу. Может быть, создам параллельно какой-то еще YouTube канал. Посмотрим. Всем удачи. Пока.